же новая локация, так ведь, да? А, нет, это карточный домик какой-то. Я подумал, что это палаточка. What the fuck? Где я теперь? О, я вижу там свечка. Смотри, не свечка. А, я знаю. Я не могу это взять? Серьезно? Ладно. То есть они опять зафигачили open world, что ли? Ну, псевдо open world. Псевдо, естественно. Большую открытую локацию, будем говорить. Это такое уныние в этой игре, если честно. Вот эти вот открытые локации. Отгрыдие. Суслик? Суслик? Здорово, суслик. Пошли, суслика кину. Суслик, суслик, шмуслик. Так, я не понял. Я суслика погладил внутри, слышишь? Слышите звуки? Куда я бросил? Суслик! Суслик, падла! Иди сюда. Иди сюда. Тебя тоже поглажу. Погладила теперь. В карточный домик его. А, это был не карточный домик. What the fuck? Хорошо. Где тот карточный домик, который пропустил? Я уже... А, вон он. Суслик, иди сюда. Суслик, падла. Еще почешем его. Так, сбиваем это говно. Короче, они не сбивают нихера. Проработка! Окей, давайте заберемся на вот эту херню, может здесь еще есть. Кроме вонючих деталек. Я не знаю, что это, детальки. Другое дерьмо. Нет, это скорее нет, обрывки это враги. Которые уже не враги на самом деле. Спойлер. Кто-то же смотрит с конца. Я забыл о фанатах фильма «Мементо». И кто только зашел, такой, да ладно, я не хотел спойлерить, все заспойлерили, сейчас. Это что за херня, мать твою? У меня сейчас эпилепсия будет. Посланник, говори одинокому. Нужна помощь, а мне нужны слова. Принеси что-то, что может поговорить со мной. Обменяться словами, прервать одиночество, тогда помогу. Так, то есть... блондинок сразу нет, да? Ладно, хорошо. Как мне до туда дойти, допустим? Так, ну тут свет не работает. Я вижу, там можно подпрыгнуть. Как это сделать? Нет, свет есть, но... Блин. Ну ладно. Это что за херня? Тут что нужен? Ромбик? Здорово. Привет, дружок. Ну как твои приключения? О, неужели так поздно? Я не хочу в пустыне ночью возвращаться. Ты можешь отвезти меня домой? Мой дом на холме за водопадом. Может пустить? Угу. Здорово, Меган. Я же не могу кинуть геймпад, да? Эту тварь. Ну погнали! Шмеган. Я даже не знаю, где тут водопад. Это одна сраная, вонючая пустыня, мать ее. Какой в жопу водопад? Давай! Нет, нельзя. Ладно, хорошо. Там внутри все равно ничего нет. Какая разница? Да и наверху ничего нет. Так ведь, да? Че, врагов-то не будет, что ли? А, ну да, какие враги, че это я? Враги закончились. И что мне здесь делать? Господи! Просто! Я ненавижу такого типа уровня в этой игре. Просто бегаешь и занимаешься херней.
Может быть, здесь какие-то отбившиеся обрывки есть, потому что все это будет без драк и экшена, это будет сакс. Просто мега сакс, ультра сакс. Ультра мега сакс. Сакс омега ультр. У нас проблема. Да ты издеваешься, серьезно? Ты серьезно, игра? Вот, да пошла ты в жопу. Вот все, что я могу сказать по поводу всего. Меган, знаешь что, вот... Иди в жопу, понятно? Вот поэтому я не вижу в фильме с тобой. Ты какая-то... Вот везде просунешься, а высунуться никак не можешь. Задница поганая. Что у тебя нахер с Хайлом? Что ты не можешь протиснуться здесь? Что ты застряла здесь? Это Майкл Бэй, что ли? На! Скотина! Охереть, не понос, так золотуха, мать его! Почините свою игру, потом сусликов в нее пихайте! Сраные англичане, лишь бы сусликов только запихнуть. О май гад. Где я? Почему я здесь? Как мне выйти отсюда? Меган, тварь. Тварь, Меган. Да, я... Я нажимаю прыжок. А здесь камеру вообще нельзя вертеть. Еще одного, что ли? Так, стоять. Как тебе до тебя добраться-то? Не, реально, как до него добраться? Я понял. Надо бежать за камешком. Этот камешек-то, естественно, я сбросил. Погнали. Наконец-то. Так, а тебе что надо? Ты хочешь, я знаю, я тоже... What the fuck? Скучная картинка, измени ее. Изменишь, я помогу тебе. Создай свой наскальный рисунок. Так. Сейчас мы создадим свой наскальный рисунок. Не-не-не-не-не. Самый лучший наскальный рисунок в мире. Так, один есть. Что вообще? What the fuck? Что это было, мать твою? Так, давайте-ка это отнесем. Не, не надо помогать, спасибо, я разберусь сам. Во. Лом. Идеально. А вы что думали, я напишу? Фу на вас. Фу. Фу. Готово. Так, а как мне это все удерживать, чтобы... Найс. Во. Обосраться на скальной живописи. У меня столько такое в подъезде, вы знали. Везде лом написано. И бука. Лом и бука.
Это что за твою мать? Господи, что с тобой? Харе быть эпилептиком? О, здорово. Серьезно, это какая-то эпилептическая пустыня? Или пустыня припадков? Так, что там за херня открылась? И что ты хочешь от меня? Нормально. Такое чувство, что такие звуки еще потрясающие. Что они как будто чем-то занимаются. Свободное время. Поэзию читают. Вот. Все поэты такие. Кто ты? То есть мне можно по тебе кататься, на тебе кататься, ага. Что скажешь? Далеко ты забрался, но впереди тоже не близкий путь. Твоя цель дыра в небе, но сначала придется добраться до тех гор. Ну, вообще, я в курсе, эту дверь можно открыть, послание, то тебе придется призвать на эту помощь саму ткань мироздания. Что? Ты наркоман? Да, здесь в пустыне тебе предстоит встретиться с частицами нашего мира. Если ты понимаешь, о чем я, нихера не понимаю. Тебе нужно подняться на вершину того холма. А может там был, вроде, нет? И вон того тоже. Там ты увидишь два светолуча, они попросят тебя что-то в обмен на помощь. Могут показаться тебе очень странными, такие уж они по натуре. Удачи. Каково? А кого мне принести, чтобы он с ним поговорил? Может, это можно убивать теперь? Найс. Давай, свинья. И-а-а! Прыгать на ней нельзя, вот же тварь. Может, свинью принести, он поговорит с ним, мол, какие жирочки. То есть мне открылись свинюшки. Это везде, это все свиньи. Еп. Чтобы быстрее передвигаться. Ну так я всю пустыню уже обошел, что мне делать? Кого я еще мог, кроме суслика, увидеть, кто будет говорить? Себя? Найс. Она сдохла. Нормально. Что-то приуныло, да? А может быть мы не будем застревать везде, а? Медиа Молекюл, мать твою, сраные англичане! Вы там застряли на своем острове, других не заставляйте застревать! Зомби апокалипсис начнется, все будет насрать на вас! Даже в Северной Ирландии. Я не знаю, что ему надо от меня, если честно. Я никого здесь... Я сусликов только вижу. Я не знаю, суслики могут говорить? Ну, сусликов больше нет. Кого я тебе принесу, чтобы поговорить, бро? Нафига еще здесь вот эта херня нужна была? Ах, ты дерьмо собачье. Зажал тачпад. Так, что тебе нужно от меня? Если что-то, что может обменяться с вами... Что? Здесь ничего нет, я все обошел. Окей, давайте осмотримся. Туда нельзя залезть. Туда нельзя залезть. Там я был. И все? Что может обменяться словами с тобой? Я даже здесь... Камень? Хрюшка?
Только не говорите, что мне... Я сейчас камень ему принесу. Слышь? Я не знаю, я ему камень принесу. Жена, обменивайся словами, чувак. Я бы обменялся, знаете. Если бы у меня не было другого варианта, я бы обменялся с камнем словами. Не, ну какая разница, мертвый человек там или камень, который лежит у тебя в дворе. Или свинья. На, держи. На! Ты издеваешься, мать твою. Почему мне туда переводят камеру? Натик, говнюк! Так, окей. Вот почему мне туда переводят камеру? Может, мне ветер нужно заюзать? Мне камеру туда переводят почему-то. What the fuck? Что ты хочешь от меня, ублюдок? Я не знаю, что он хочет от меня, этот сраный тупой ублюдок. ХЗ, погнали смотреть все. А, то есть вот здесь он не подыхает, а на том уровне, да, вот когда с вот такой высоты прыгает. А на том уровне, когда высота в 3 раза меньше, он подыхает. Ладно, хорошо. У вас все работает, медиа молекул. Это просто тупые и скучные уровни. А до кучи здесь еще непонятно, что нужно делать. Свинка, кстати, сама движется. Если что, ее так поворачивать можно. Так у нее автодвижение. Я не знаю, что он от меня хочет, если честно. Что я могу сделать? Ветер, ветром я подул. Может, мне нужен микрофон, я не знаю, поговорить с ним. ХЗ. Ну, вдруг у меня нет микрофона. Алло, братан! Алло, братан! Не, ну это как бы тупой вариант, но... Каких других вариантов нету? Да сраная вонючая свинья! Не... Вот что это за камень? Вот что, где я? Охерительно просто. Охеренно. Ну вот сюда я не могу забраться. Ну, в принципе, не могу забраться. Я здесь это мега наставил вообще. О май гад. Принеси мне кого-нибудь, с кем надо поговорить. Кого? Не, ну, свинья до туда не дойдет. Она прыгать не умеет. Или дойдет? Ну давайте попробуем. Вряд ли, конечно, но... Это будет дико сложно. Да, и вот эти херни в полу открываются после того, как этого кретина... порадуешь. Да, это сложно, это единственный путь. О, боже ты мой. Самый главный вопрос, куда исчезли суслики? Которых я подбирал. Может быть, их притащить нужно? Окей, ищем сусликов.
Я не знаю, где эти вонючие суслики. Но если бы это были они... Он писал лом. Если это были бы они, то, скорее всего, они бы респаунились в одном месте. Ну, знаете, я так немножко геймдизайнерской мысли закидываю. Если вдруг их выкинули с этого места, то они либо на него вернутся, либо возродятся там. Я не знаю, что игра от меня хочет, тут просто ужасно. Принеси мне того, с кем поговорить. Кого? Жопу. Я пойду в такой игре смотреть гайд. Это значит то, что разработчики просто гениальные люди. А, вот сраный суслик, наконец-то нашел. Твою-то мать, где ты был, мразь? Идеально вообще, вот же они здесь паунятся. Почему бы их назад не засунуть? Ну, скорее всего, суслика надо было притащить. Больше некого. Суслик говорить, в принципе, не может. Ну ладно. Слушай, англичане, у них нет логики. Они пьют чай по утрам. И вечером, и утром. Они на 500 миллионов процентов состоят из чая. Они сам чай. И скорее всего, Media Molecule пьют чай из маленьких чашечек, составленных мизинчиком. Тебе этого хватит, ублюдок? Он такой болтунишка, просто капец. Модия Молекюл, они... Модия, насрать, говнюки. Нельзя было там их респаунить заново, если я их оттуда убрал. Просто пусть они вернутся туда, если они ушли из какой-то определенной территории. У вас что нахер, вы же делали... Ладно, неважно, все уже. Ну ты говори, на, жри, жуй. Ладно, я почешу тогда. О май гад. Вот это делается так, как я описал. Если вам, если у вас есть один предмет, который нужно принести, и он спавнится в одном месте, то вы его верните на это место, если вдруг его забрали с этого места. Потому что это как бы... Ну, хер его знает. А я думал, что он откроет, если честно, вот это вот дело. Ну ладно. Хрен с ним. Погнали. Все, у нас ворота открылись. Где они? Здесь? Здесь. Что вообще происходило сейчас? Так сейчас просто бежать, даже убегать не... убегать ни от кого не надо, или... Или убивать. Это темно. А нафига тогда было прыгать, если он и так собрал? Что за любовь к свиньям, слышь? Слушайте, наверное, где-нибудь в мусульманских странах эту игру запретили. Вау! Шикардос! Поехали! Ну ладно, здесь что-то замутили такое с тачпадом. Направо, хер с ним. По-любому налево все вкусняши были. Ну, я это делаю. Понял. Нам он лево бежать, что это побежал снова направо-то? А хер с ним. Может снова убиться? А, слева ничего нету. Ну, здесь побесить даже нельзя. Окей. Подстава. Я думал, что оно... А, то есть это теперь не разворачивается в обратную сторону. Понятно. Понятно. А, ну ладно. Стоять, вот эти свиньи были крылья или чё? Это все? Фига себе, там была эта самая рекурсия какая убийственная. Свинья везла тебя сколько могла, но ее зовут ее собственные приключения, и ваши пути разошлись. Вот будет Тирвей 2 о ком. О свинье. Но знай, здесь есть еще кое-кто. По тайном месте, в ловушке. Отыщи их, прежде чем заканчивать свою сказку. Что? Я не хочу никого отыскивать! Кто я вам? Памела Андерсон, что ли?
О, свинья теперь мой лучший друг. Шикардос. Но. Спасибо. Клеем намазали. Кстати, названия локации не было. Лезь выше. Все выше и выше и выше. И небо уже близко. Окей. Давайте посмотрим, как локация называется. Прошлое называлось межстраница. Это называется пустыня. Вы не поверите, ребята. Еще 4 уровня. Пустыня. Недоставленное послание, непрочтенная сказка, ищи свой путь за порогом. Че? Почему со мной общаются мертвые черепа? Я, конечно, все понимаю. Психодел, все такое, но все-таки могли бы здесь поставить каких-нибудь сусликов, которые со мной общались бы. То есть игра хочет, чтобы я здесь прошелся. Так, а что она хочет? А назад они пойдут? Пойдут! Так, спокойно. Спокойно, вот это нахера эта херня нужна. Все видно? Капец. Ну... У меня все плохо, короче говоря, с этим делом, как вы поняли. О, почти. Так, не торопимся. Да это просто жесть! Я пытаюсь вниз, он вверх идет, вниз, наверх, вверх, вниз. Какое управление-то здесь, ёпары с этой... О, май фак, серьезно. Жесть! Так, окей, осторожно, я уже осторожно пытаюсь пройти. Так, вверх, влево. Влево надо, да? Влево? Вниз. Господи ты, боже мой. И нахера... Так, может мы повернем камеру, плиз? Спасибо. Обалденно просто. Проработка. Это был подарок, который мне не нужен. Ладно, 2 из 9. И я не сдох, смотрите-ка. А, этот платформер такой непостоянный, жесть. Что тебе надо, камень? У меня все пересохло. Можешь принести мне что-нибудь сочное и освежающее, я тебе отплачу за твою доброту. Сочное и освежающее. Камень? Ну ладно, принесу. Ну там сейчас земли покушает. Я привет. То подарки спрятаны так, что хер найдешь, то они просто вот забирай не хочу. Как вот этот, например. Опа. Сочное, освежающее. Ну это смотря какое сочное, освежающее, знаете. Помидор иногда такой, что просто ты ползешь домой после того, как покушал в каком-нибудь ресторане за 30 тысяч рублей 8-й раз в день. И такой, он до кучи еще, кстати, из бумаги состоит, так что освежайся, чувак. На, освежился, да? Я тебе даже его не дал, а ты мне конфетти отдал. Вот же придурок, придурок. О, там еще голубенький есть. Я все вижу. О май гадовал, серьезно? Мне от тебя до сюда нести надо было?
Надо было его сразу брать на руки. Ну, кстати, здесь не так уж и сложно, если не падать. А, ну да, я бы сдох на водопаде. Так что... Хрен с ним. Сраный водопад. О, я вижу халяву. Скорее всего. Так, можно камеру нормально? Вот так хорошо. Вас что, не учили камеру нормально делать? О, здорово, белка. Камень тебе в лоб, да? Мне всегда было интересно, как это, когда у тебя совсем другой рот? Фу. Фу, ты у Меган спроси, у него совсем другой рот. Я не знаю, как она получает роли иначе в фильмах. Ну, в смысле... артикуляция хорошая. Где там корона, подожди. Во, офигенный рот. Во, тоже найс рот. Офигенный. Еще вот рот. Еще вот рот, на. На, еще рот. Еще рот. Еще рот. Ты подожди, подожди, подожди. Где ты там? Стоять. На. Еще на. Немножко психоделики никогда не помешает. У тебя слишком много ртов. Интересно, ну да, это интересно. Слушай, я-то, хорошие мне сказки, я бы такую сказку не хотел видеть. О, май фак, я пошел отсюда. Капец, это сурово, что-то как-то получилось с тобой, прости. Прости, белка, но это явно был не твой вечер. Так, где у нас там? Вау. Что? А что мне нужно сядь-то? Можно повернуться, плиз? Ладно, хорошо. Теперь... Спасибо. И за это тоже неплохое, спасибо вам, господа. Ну, мне вроде сюда идти, так? Нет, стоять. А куда мне идти? What? А, ну то есть... Это место я должен был обязательно посетить. А я-то наоборот думал, что не обязательно. Okay. Спасибо. Я чуть не обосрался. Хоррор сразу такой. Блин, когда врагов не стало, игра стала в разы унылее, если честно. Вот особенно на таких уровнях. Что произошло? А, Йота! И тот, кто во ты, мне... Ты трансформер? А. Ну, привет. Как я выгляжу? Есть кто-то говно. Осваиваю новые идеи. Чтобы потом не говорили, что я консерватор. Ты стал как-то... Не волнуйся. Если что-то не так, это ничего. Вы через столько вместе прошли, так идите дальше. Это ваша история. Ты послание, Йота. Не останься непрочитанным, иначе никого не вдохновишь. Никого не вдохновишь. Ладно. Пойду вдохновлять.
Это что-то из отряда, а если там все прыгнут, ты тоже прыгнешь? Видимо, да. Спокуха. Капец, я такой вдохновитель, я не мог найти вонючего бурундука, или кого я там найти не мог. И упал только что с самого легкого мазка во вселенной, потому что сраные меди-молекулы не могут сделать нормальное управление, как нигде. Нигде нет нормального управления. Нормальное управление — это миф. А миф — это морозная свежесть. Я наркоман. Здравствуйте. Берите пример с меня. Я вас вдохновляю. Используйте клей-момент как можно чаще. Главное, чтобы Роскомнадзор сейчас не пришел и не сказал: мы тебя забаним. Так, во-первых, какого хера вот это такое? Во-вторых, я хотел это сделать раньше, ну ладно. В-третьих, пошло все в жопу. Что делаем? Эй, браток. Что-то я хотел штатив заюзать. А кто это такой? Не знаю, кто такой. Ну пусть будет. Yellowhead. За это еще и ачивка? Серьезно? Я не знаю, он мне привлек мое внимание, и все, Yellowhead. Сфотографировать Yellowhead. Ладно, хорошо. Вопрос, где я? Где я, мать его, за ногу? Потому что я сейчас не понимаю, где я. Yellowhead что-то как-то... Да, видимо, не сюда. Ты же здесь кактус, да? Смотри, кактус. Okay. О, это самолетик? Погнали. Вот еще есть ачивка сделать селфи на самолетике. Но фиг знает, как делать селфи! Наконец-то путь свободен. Пусть свободен, понятно. Вот такой вот, просто 5 с плюсом experience в плане перевода. Лети, малыш, посланник, неси послание, спаси наш мир, тебя ждет. Тот... Я не жду тебя, понятно? Так, мы сначала замутим. Как на него садиться-то? Я не помню, как на него садиться. Это было так давно. Это вообще другое. Квадрат? Нет. Круг? Нет. X? Нет. Треугольник? Нет. R2, L2, L1, R1. What the f... L3? Лево, вправо, вверх? Так, бумажный самолетик. А, думать нужно. Нужно. Воздушный автопортрет, найс. О, фак. Oh,
А куда нам лететь-то, кстати? О май фак. Ну, видимо, в дыру в небе. Еще больше этих говнюков. Ну, летать прикольненько. Не знаю, нафига все это мне? Но пусть будет, поехали. Или полетели. Нет, туда нельзя? А что нужно сделать? Им нужно еще посланников? Или как эта херня называется? Я сам посланник, факт. Может, мне нужно все это собрать? Скорее всего. А видите, они закрываются. О, фак! Ну блин, я полетел, наверное, я хз. Нет, туда нельзя. Выше нельзя. Туда тоже нельзя. Здесь, окей, может быть, мне надо вот здесь, может быть, еще. А что нужно сделать, чтобы здесь их брать? Что-то я плохо понимаю, что эта игра от меня хочет сейчас. Может, сюда? А, может, там что-то есть? Все. И что дальше? Если я упал? Я не знаю, это какие-то тупые муторные левелы. Что мне делать? Я подумал, что мне просто надо сесть на самолетик и улететь. Но теперь нужно сделать что-то еще. Что за бред? Я вообще не понимаю, что они делали нахер под конец этой игры. Вот что мне сейчас делать? Я не понимаю. Туда нельзя, назад нельзя, туда нельзя. Ладно, погнали пешком, я хз. Где самолетик взять теперь, я хз? Как мне добраться доверху, я тоже хз. Может, мне в принципе нужно было просто вниз сюда пойти и все? А, вон вижу самолетик, где можно сделать. А пройти туда пешком я не могу? Окей. Взяли. Полетели. Взяли. Я нажимаю квадрат, он сам уроняет. Спасибо. То есть теперь я могу сюда лететь? What the fuck? Ладно. Хорошо, видимо, там слишком... Было слишком высоко, я хз. Все, что я могу придумать. А насрать, это пропустили уже. Ладно, хорошо, камера отлично сработала.
Куда лететь-то, ё-моё? Алло, самолетик, плиз! Он не поворачивает. What the fuck? Что происходит? Я ничего не делаю вообще. Игра сама сейчас играет саму себя, по-моему. Я даже выровнять самолетик не могу, он сам летает. Я даже не знаю, где он! О май гад, это все ужасно плохо. Так, мне куда лететь? Туда? Можно уже выровнять плюс меня? Отлично. Это было просто охерительно. И они с жопой делали игру. Они реально с жопой делали игру. Я вниз хочу! Ну ладно, хорошо, полетели наверх, но наверх нельзя! А куда лететь? Я хочу вниз игра отправлять меня наверх. О май гад, теперь я вообще себя не вижу. Мне вообще сюда лететь? Мы сюда. Отлично. Я ничего не делаю вообще, и камера сама вот так вот работает. Отлично. Простите, где я? Я там же? Там же. Да почему наверх-то? Вниз! Вниз, наверху ничего... Ну хорошо, вверх погнали. Я не понимаю, что игра от меня хочет. Вверх нельзя, вниз нельзя. Куда и лететь? О боже, это моя камера ужасающая. Ну туда лететь, туда. Это единственное место, и не дают. Что могу делать так? Помните, я говорю, что мне нравится летать? Забудьте. Потому что это пипец какой-то. Что ты хочешь? Я даже повернуть камеру не могу! What the fuck? Что это за херня? Вот сейчас что происходит вообще? Я даже не делаю ничего, я просто стою и ничего не делаю, я уже геймпад положил! Что он делает? Я не знаю, что он делает. Это ужасно. Я ничего не делаю вообще, я геймпад убрал, сейчас у меня лежит сбоку. Что мне делать? Отправляйся в полет, исследуй каньоны. Ну мне туда и надо, я понял, да, спасибо. Но как мне туда сделать, если я по умолчанию лечу наверх? Я не хочу лететь наверх. Вниз! 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 Вниз, спасибо, боже ты мой! Это просто елда собачья. И он еще потерял вонючий самолетик. О май гад. Нажимаю вверх, он летит вверх на стике. Нажимаю вниз, он летит вверх. Это просто пипец. О боже ты мой. Вниз, вниз, вниз. Сейчас работает, окей. О май гад, это сработало. Вы не поверите, наконец-то. Holy shit, спасибо. Пипец. Как будто я не умею пилотировать самолетиком, да? Смотрите. Спокойно прохожу это все с первого раза. Что это был за бред, я даже не знаю. А, это нельзя было задевать. Хер с ним. Это что такое, это кривой идиотизм? Он исчез. Нет, не исчез. Возьми, взять можно? Забейте. Опять то же самое дерьмо. Я хочу наверх, а не в бок. Я
По тачпаду провожу наверх. Спасибо. Вот видите? Same shit. Охереть просто. Я чуть не высрал мозг, серьезно, от этого дерьма. Йота, есть еще... В жопу иди со своей еще одной! В жопу! Поможешь ей закончить ее историю? Помогу ей закончить, спрыгнуть с балкона! Как в Зейботь Медиа Молекюл студии! С такими криворукими говнодавами просто в штате. А, я внутри геймпада, нормально. Я вам даю послушать, что в геймпаде происходит. Посланник попал в контроллер. Смотри с помощью камеры. Давай. Смотри, можно глянуть в контроллер.